Дрезина, что у вас впереди? Прием. Кругом все заброшено, но путь в норме. Прием. Добро. Не разгоняйтесь там особо и за радиацией следите. Прием. Есть. До сих пор не верится. Мы ведь добрались. Добрались, понимаете? И шли мы к этой цели не неделю, не месяц. 20 лет шли. Целую жизнь. И она была не напрасна. Теперь я точно знаю. Мама, а мы что здесь теперь жить будем? Не знаю, ну а что? Мне здесь не нравится. Страшно так. Тише, что ты? Товарищ полковник, дозиметр зашкаливает. Так, всем надеть маски, пассажиры в трубку и задраиться нахуй. Да, конечно. Пойдем, Настюша. Меняем планы. Дальше пойдем на дрезине. Подождите там нас с Артемом. Есть подождать. А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтала, как правительству докладывать так без меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами, а то всю плешь проешь. Даже не сомневайся. Дерма, стоп, машина! Добро рот отогнать в безопасную зону и всем под броню! Сейчас делаем! Степан остается за старшего. Все ясно? Так точно, товарищ полковник! Отлично! Поехали! Не себе чего-то не убили! Это точно! Видишь, как склон скрыла? Интересно, сколько... Сотня, похоже. Повезло. А то у вас еще на 300 и на 500 были. Да и так, в общем, неплохо получилось. Полковник, Ермак по проводе. Из зоны вышли. Он нормальный. Все в вашем возвращении. Прием. Отлично. Конец связи. Машин сколько? Видишь, прав был Артем. Со всей страны народ ехал. Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли. Ничего, теперь наверстаем. Все, мы у цели. О, это дрянское место, честное слово, зря мы сюда ехали вообще. Ну и, собственно, где мой welcome committee и ковровая дорожка? Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? Смотрите. Назовитесь! Полковник Мельников, прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? Остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть загонит поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Ну вот, нас ждут. Ох, Ванюшки, ведь никогда подземелье не любил, но тут-то ты совсем с души воротил.
А чего у них тут пусто так? Ни огневых точек, ни патрулей, часовых даже нет. А зачем это все? Ядерная боеголовка и та не взяла. Это нам тебя страшно туда брать с твоим акцентом. Ну ничего, если что, будешь у нас глухонемой герой. Смотри, Сэм, замки как D6, я такие ногтем открываю. И вообще на D6 похоже очень. No imagination. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Хорошо, давно не было. Кто вы?